международной конференции Startup Village в главном инновационном центре страны Philips и Сколковский институт науки и технологий объединили усилия для развития новых технологий в медицине. Благодаря соглашению лучшие молодые ученые из Сколтека смогут применить свои знания на практике в научно-исследовательском центре Philips Research. За полтора года оплачиваемой стажировки в лаборатории Philips студенты примут участие в научно-исследовательских проектах в области машинного обучения, анализа и обработки данных, прогнозной аналитики, рекомендательных систем. Большие данные, которые собираются в медицинских центрах как базы для применения методов искусственного интеллекта, это действительно нечто, что может абсолютно изменить медицину во всем мире, и в России прежде всего. Привлечение молодых ученых к разработкам систем с искусственным интеллектом – это следующий этап сотрудничества между Сколково и компанией Philips, производителем медицинского оборудования. Год назад здесь был открыт первый научно-исследовательский центр Philips в России. Я думаю, что это очень логичный шаг для нашей компании в укреплении наших позиций в России, в предоставлении возможности российским студентам и российским ученым быть частью международной экосистемы Philips в разработке цифровых новейших технологий.